нас в гостях Яна Блиндер, певица, и ребята-музыканты. Не могу тебе не задать вопрос про Непал и про эту революцию и про твое выступление. Там, расскажи об этом подробнее. Что это было? Я была в Непале как раз тогда, когда маоисты вторгались, и они в этот момент как раз вот сносили короля. И я была там, а я там гастролировала с местной группой. Но я там была по другим причинам. Ага. Но, в общем, да, я там три месяца прожила. Я даже играла в джунглях. Это был фестиваль очень странный. А перед кем? Вопрос. Кто там в это время был? Это были полуаборигены, были какие-то люди, непальцы. Ага. Местное население. Есть видео ВКонтакте даже, я выложила очень странное видео. Прям смотришь и не понимаешь. Но они там играют рок-н-ролл так же круто, как, я не знаю, как старые, настоящие афроамериканцы, которые пили много и сидели в тюрьме. То есть все очень правильно. Ну, очень. Настолько по-настоящему. И энергия там, конечно, супер. Играть на революции очень интересно, потому что мы играли прямо на площади. А что вы им играли? Что ты им пела? Мы пели Another Brick in the Wall Pink Floyd, понимаете? То есть вообще... Круть. И они такие, I'm not breaking the wall. И мы только заканчиваем, и они все такие, ой, мы дальше играем. И, ой, а полицейские, класс. Что они? Да, они там китайцы же должны. Не-не-не, там не было китайцев. А. Китай просто, ну, это как политика. Они там где-то сидят, а другие делают что-то за них. Вот. Но было супер интересно, правда. Мир удивительный. Да, да. А там же суды как происходят. В Непале суд как происходит. Там судья пьет виски, заходит непалец, танцует песню, какая-нибудь макака там реально пробежала на второй этаж, ты не понимаешь, как, по лестницам или через балкон, вот, и как бы, а потом заканчивается суд, вот, и ничего не произошло, вот, так что Непал супер, много историй у меня есть про Непал, если когда-нибудь захотите туда, я вам не посоветую. А нам осталось только сказать, попрощаться, сказать друг другу до свидания, к моему большому сожалению, потому что только успели, столько успели, действительно. Да, но это было чудесно. Спасибо. Осталась последняя песня. Спасибо тебе большое. Надеюсь, тебе. Вам тоже спасибо. Яну приоткрыли. Яна Блиндер, заходите, смотрите. Сахатыты. Some hand above, ruling hands, sharing love. Is there anything good within things that we should do? Almost always we walk in the wrong. Gaps we block. Lighting our souls, make us better at rose play. Is there somebody else who prays for you and me? There is no one. There is no. Of getting offside.
Слушайте «Серебряный дождь».